Горожане могут подготовиться к образовательной акции «Тотальный диктант 2020». В Междуреченске стартовали бесплатные курсы по русскому языку. Желающих ждут каждую субботу в библиотеке «Молодежная». Начало в 10 часов. А сам диктант пройдет 4 апреля. Автором текста в этом году станет Андрей Геласимов. Уже известно, он будет посвящен основателю русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому и малоизвестным подробностям его жизни.